Здравствуйте! Вашему вниманию представлена установка шелушения арахиса УШ1М. Принцип действия у нее предельно прост. Впускателем запускается основной привод, в бункер засыпается продукт, в данном случае обжаренный арахис, и запускается аспирационная установка, также имеет свою кнопку включения. Включение-выключение пылесоса. Далее открываем заслонку подачи продукта и на выходе получаем очищенный арахис. От предыдущей модели данная установка отличается необслуживаемыми подшипниками, которые не требуют замены смазки, соответственно, повышается их ресурс и надежность. В установке предусмотрена регулировка лучшего режима шелушения продукта. Посредством подъема или опускания плиты, изменения давления в тороидальной камере, мы регулируем зазор между рабочими дисками установки для изменения режима шелушения арахиса. Наша установка шелушит арахис, не травмируя ядро, а количество неочищенного продукта не превышает 10%. Кроме арахиса, установка легко справляется с фундуком.